зовут Горячка Наталья, я международный наблюдатель от ОБСЕ. Я сама приехала из Беларуси, в принципе, вы же понимаете, мы соседи, поэтому все, что происходит в Украине, нам очень-очень небезразлично, даже более того, мы за вас переживаем. А, Наталья, что вы можете сказать вообще о выборах? Как прошли? В Мариуполе. По наблюдениям каких-то актов особых я не составляла, но было нарушение на одном участке, я могу вам потом номер сказать, там не было света в кабинках, поэтому дамы сидели прямо на лавочке в возрасте, и одна другой ставили галочки. Да, я на это обратила внимание других наблюдателей, членов комиссии. Но это, наверное, самое большое нарушение, которое я видела сама. Ну вот вы сейчас сказали, что плачевная ситуация. В смысле? Да, по Мариуполю грустная. Почему? Я практически не видела молодежи. Я ходила, разговаривала, приехала до выборов. Я приехала 27 числа. Вот ходила, разговаривала с людьми по Мариуполю, молодежь как-то не особо. Они так и говорили, нам это не интересно, нас это не волнует, и мы на выборы не пойдем. Это грустно. Скажите, пожалуйста, вы только были в городе, а были в населенных пунктах, например, Сартана, Гнутова, Толоковка? Я проезжала их, то есть мне сделали экскурсию, я поездила, но с людьми поговорить мы не успели. Вот. Ну вот мы как там работали, могу вам сказать, что там наравне с пенсионерами очень много было молодежи, даже с детьми приходили. Просто единственное, что, как нам объяснили,